В актовом зале Славянского электротехнологического техникума в преддверии празднования 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась патриотическая акция «За веру, Кубань и Отечество», в рамках которой также была организована акция по презентации деятельности поисковых организаций под названием «Мы идем снова там, где гремела война». Подробности в следующем материале выпуска. Организаторы акции – Департамент молодежной политики Краснодарского края совместно с Краснодарским региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества – поисковое движение России. В ходе акции были представлены экспонаты, обнаруженные при проведении полевых поисковых работ. Председатель общественного поискового движения России Александр Шепелев отметил, это мероприятие пройдет во многих городах края, так как главная цель – привлечь в поисковое движение как можно больше молодых ребят. Мероприятие, приурочено к 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит в 17 городах и районах края. В них принимает участие 8 тысяч молодых кубанцев. Сегодня мы очень рады, что приехали в Славянск на Кубани и встретимся с ветеранами молодежью города и расскажем им о поисковой работе. Представители казачества, священнослужителей, поисковых организаций края, ветераны Великой Отечественной войны и молодежь в ходе акции перелистнули страницы от Первой мировой до Великой Отечественной войны. Среди почетных гостей присутствовал и председатель Совета муниципального образования Славянский район Григорий Литовка. Он выступил с приветственным словом и отметил, такие акции играют большую роль в военно-патриотическом воспитании молодежи. Уважаемые ребята! Вот в первых рядах сидят перед вами действительно легенды нашего района. Это ветераны Великой Отечественной войны присутствуют здесь. Ветераны тыла, труженики тыла, казачество наше славное, духовенство, руководители поисковых отрядов. Вот в этом, наверное, и складывается патриотизм наш, что мы всегда в единстве мыслей, в единстве действий. Я хотел бы вас сегодня от имени главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Синеговского, депутатского корпуса, всей администрации поприветствовать на этой замечательной акции. В рамках мероприятия состоялась демонстрация видеофильма по презентации деятельности поисковых отрядов Краснодарского края «Мы идем снова там, где гремела война». В завершении акции участникам мероприятия были вручены информационные брошюры, календари и георгиевские ленты. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».